Хоккейная команда «Рунгстед Сайр Капитал» провела крипторебрендинг. Главным спонсором команды стал биткоин-миллиардер Николас Николайсон, который инициировал введение крипто-новшеств в работе клуба. Хоккеистам было предложено выплачивать зарплату в биткоинах, а домашнюю ледовую арену клуба переименовали в «Биткоин-арена». Первым о готовности получать заработную плату в крипто-деньгах заявил нападающий Николай Розенталь. В его контракт уже был внесен пункт, защищающий игрока от риска резких скачков курса биткоина. Помощь клубу в обработке платежных операций в криптовалюте окажет швейцарская компания Bitcoin Suisse.